В связи с непрекращающейся засухой, охватившей большую часть юга Африки, озеро Кариба, крупнейшее искусственное водохранилище в мире, стремительно мелеет, сообщает The Wetted Channel. Водохранилище и его плотина находятся на границе Замбии и Зимбабве. Уровень воды в нем в этом месяце достиг самого низкого показателя за два последних десятилетия, заполненность составляет менее 10%. В прошлом году водохранилище было заполнено на 55% и годом ранее на 38%. ГЭС Кариба вырабатывает половину электроэнергии, используемой как в Замбии, так и в Зимбабве. Она расположена вниз по течению от знаменитого водопада Виктория. Агентства по оказанию помощи отмечают, что более 50 миллионов человек в Африке сталкиваются с кризисом голода из-за продолжающейся засухи, которая, по мнению некоторых экспертов, является сильнейшей за столетия. По данным Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, на юге Африки под угрозой гибели находится около 11 миллионов человек. Эксперты отмечают, что засуха в этом году является беспрецедентной, что приводит к нехватке продовольствия в масштабах, которых никогда не видели здесь ранее. Люди обходятся без еды 2-3 дня.